Дорогие товарищи, здравствуйте. Сегодня 31 августа 23 года. Мы в Краснодаре. Последний день лета, ребяточки. Мы наконец-то оказались в парке Галицкого, или как там называют, точно не знаю. Ну, вы меня поняли, наверное, что я хотел сказать. Но это предпарковая часть. Я тут охраны спросил. Это предпарковая часть. Покажу вам красоту, ребяточки. Только не подумайте, что мы ездим, развлекаемся, ребята. Просто так бы мы с вами приехали, это однозначно. Я приехал получать карточку ПСБ банка. Ну, там для пособий, для пенсии и все прочее и так далее. И, конечно, плохо, что только в Краснодаре можно получить. Новороссийские, мне кажется, еще в Анапе, не точно не скажу. И вот приехали мы за карточкой. Ну, естественно, заодно решили посетить этот знаменитый, хваленый, как говорится, парк. И на самом деле мы покуда получаем массу удовольствия. Видно, что люди вложили свой труд, умение, ну, естественно, и деньги, чтобы сделать такую красоту, ребята. Это просто сказка. Да, ребяточки. Ну, это будет часть первая, естественно, потому что одним махом все не снимешь, это однозначно. Тут времени не хватит. Какая красота, елки-палки. Ну, представьте, сколько здесь людей трудится, чтобы поддерживать эту красоту, чтобы полить, обрезать, мусор убрать. Ой-ой-ой, тут работы непочатый край. А, пацанчики работают, красоту наводят. Да, ребяточки, кто-то скажет, я слишком восхищаюсь. Да, ребята, восхищаюсь красотой всегда. Если оно красиво, четко, я всегда скажу, что четко. Если человек сделал тебе нормально, я всегда ему отблагодарю. Вот получала карточку с ней ПСБ. Ну, сотрудницы, ну, умницы просто. Так хорошо обслужили. Ну, естественно, я им сделаю благодарность. Позвоню на горячую линию ПСБ банка и распишу так, чтобы руководство их не плакало от того, что люди такие хорошие. Это вот я, ребята. Ой, красота здесь. Если бы вы знали, как здесь красивенько все. Ну, работников море. Так, ребяточки, часть первая заканчивается, потому что надо еще в другом месте кое-что снять. Ладно, до встречи в части второй.